Он выдался насыщенным на события. Главное из них – выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Напомню, что по нашему округу с большим отрывом победил Иван Демченко, которого выдвинула «Единая Россия». Не столь масштабные, но не менее важные выборы нас ждут и в этом году. Нам предстоит отдать свои голоса за кандидатов, которые войдут в состав законодательного собрания края. А в этот день в избиркоме наградили тех, кто обеспечивал организацию избирательного процесса. За информационное освещение выборов 2016 благодарность получил и коллектив нашей телерадиокомпании. Спасибо и от избирательной комиссии Краснодарского края, и от территориальной избирательной комиссии Анапская людям, которые проявили хорошие организаторские качества при подготовке выборов. Хочется отметить, что сегодня выборы можно проводить только на высоком организационном уровне и грамотно. В связи с этим весь год на протяжении подготовки избирательной кампании проходило обучение всех организаторов выборов и всех участников избирательного процесса. В этом году, готовясь к выборам законодательного собрания края, то есть мы будем выбирать депутатов законодательного собрания Краснодарского края, мы также будем уделять огромное внимание обучению.